Что значит имя Василий? Какое простое, приятное имя, Василий. Столько тайн, загадок оно скрывает. Мало кто знает, что значение имени Василий происходит от греческого слова «базилеус», означающего «царь». Тайна происхождения и история имени Василий берет свои истоки в XIX веке прошлого тысячелетия, откуда оно пришло. Сейчас имя стало нарицательным, дядя Вася, здесь был Вася. Это закон популярности любого имени, которое было распространенным на протяжении долгого времени. Действует он по принципу постепенного снижения позиций, тем самым становясь редким, а потом популярным. Василий – очень лучезарное, светлое имя. Так уж произошло, что его обладатель – любимец бабушек и дедушек, любит природу, животный мир, активен, дружелюбен. Работа для него не так важна, как настоящая крепкая дружба. Прекрасным человеком вырастет Василий, имеющий отчество Михайлович, Алексеевич, Федорович, Павлович, Макарович, Глебович, Яковлевич. Добьется успеха в бизнесе, если его отчество будет Александрович. Вы назвали бы ребенка этим именем? Да нет, от святого Василия до князя Василия происхождение имени имеет исторические корни, которые относятся к временам Древней Греции, ведущей персидские войны. Что означает имя Василий в переводе с греческого языка? Это имя имеет несколько значений и толкований: царь-князь, царственный, царский. Пик популярности на Руси отмечен в период зарождения христианства. Имеет ряд покровителей: архиепископ Кесарийский, святой Василий Великий, преподобный Василий Исповедник, преподобный Василий Новый. Характеристика Василия полностью отождествляется с его покровителями. Носитель имени является чувствительным, светлым человеком, который имеет тонкую связующую нить с природой. Он не любит вмешиваться в течение событий, пуская их на самотек. У него отлично развита интуиция, помогающая принимать верные решения. Противоречие в характере Василия обладателя имени полностью воплощает в себе качества, которые присущи русскому человеку – душевность, открытость, остроумие, любовь к спиртному. Характеристика имени Василий очень красочна и, как отмечал Флоренский, наградит своего обладателя царской самоуверенностью. За этим прозванием скрывается высокоинтеллектуальная личность, умеющая глобально мыслить. Энергетика имени наградила носителя важной способностью к целесообразной деятельности и волевым характером. В отдыхе, делах и заботе о своем комфорте Вася не привык руководствоваться формальными нормами и требованиями. Для достижения поставленной цели может прибегнуть к излишней жесткости, потому характеристика имени Василия излишне противоречива. Властный характер Васи, душа нараспашку, светлейший человек, оптимист – это все описание их характера имени Василий. Любое дело, за которое бы он ни взялся, выполняет с энтузиазмом и удовольствием. В нем сложно разбудить агрессию. Спокоен, иногда флегматичен, но в общении с людьми доброжелателен, открыт, выступает интересным собеседником. Не любит торопить события, предпочитает плыть по течению. Может прекрасно ощущать связь совершенно разнородных явлений благодаря хорошо развитой интуиции. Редко вмешивается в дела посторонних, но при этом выступает борцом за справедливость. Видимо, происхождение имени Василия и его значение влияют на его поведение. Вася – сильная, властная натура, которая знает себе цену. Ему присущи упрямство, оптимизм и перфекционизм. Имеет слабую связь с родными, с семьей. Не унывает из-за мелких неурядиц, не жалуется на судьбу, хотя в жизни приходится несладко. Прекрасно ладит с тестем и не находит общий язык с тещей. В семейном союзе от него ожидать верности жене не приходится. Хотя, как бы ни был увлечен очередной любовницей, не попросит у жены развод и сам не уйдет из семьи. Появление ребенка для этого мужчины очень важное событие, общение с которым способно изменить его в лучшую сторону. Имеет отличную память, любопытный характер, что позволяет заниматься всевозможными делами и вырабатывать свое мнение. Черты характера: щедрость, любопытность, открытость, коммуникабельность, оптимистичность, капризность, грубость. Безинициативность, лукавство, упрямство. Ценитель женской красоты, Василий любит представительниц слабого пола, брюнеток, блондинок, шатенок, красивых и не очень умных глупышек. Он готов сделать предложение женщине уже после нескольких встреч, но редко доводит свое стремление к логическому исходу. Хорошие и плохие пары – это происходит в силу страха женщин перед чрезмерной решительностью Василия. В отношениях с противоположным полом может проявить свои лучшие качества.
не прибегает к бракоразводному процессу, даже если супруга является плохой хозяйкой, имеет сложный характер или отсутствует совместимость в сексе.